каждый выбирает для себя. Привет всем! С вами Александр Камаев. Покажу, как регистрироваться и оплачивать краудван. Все очень просто. Переходите по ссылке своего спонсора, попадаете на страницу регистрации. Здесь уже стоит спонсор юзернейм, в данном случае моя ссылка. Мой юзернейм и стоит. В первой строке вставляете свой юзернейм, который вы придумали для себя. Щелкнув мимо, увидите, занят этот юзернейм или свободен. Если занят, значит его надо будет как-то изменить. Добавить цифру в конце или что-то еще сделать. Далее вставляете на латинице, исключительно на латинице. First name – имя, last name – фамилия, все на латинице. Адрес – почтовый адрес вашего проживания в европейском стандарте. Улица, дом, квартира – все на латинице. Почтовый индекс, город, страна выбирается из этого списка. Страшно. Далее, e-mail. Почтовый ящик должен быть на сервисе Google. Gmail-овский почтовый ящик. Ни в коем случае не используйте Mail.ru. С ним бывают сложности. И пароль. Пароль надо повторить. В первой строчке вы вставляете пароль. Он должен быть достаточно сложным. И во второй строчке его повторяете. Нажимаете «Register», и если заполнили все правильно, попадаете на следующую страницу. Иначе система выдаст, где, в каком месте, какие ошибки вы совершили. Прочитаете, исправите и нажмете «Register». Вы попадаете на страницу выбора пакета. Мы будем выбирать белый пакет. Можно выбрать черный. Белый 99 евро, черный 299 евро, золотой 799 евро и титаниум 2499 евро. Пока вы не дошли до титаниума, любой другой пакет можно в любое время апгрейдить до следующего уровня, доплатив разницу того, что вы оплатили сейчас, с тем, что вам захотелось оплатить в дальнейшем. Мы выбираем белый. Далее. Можно тут же изменить пакет, если вдруг вам захотелось, не оплачивая белый пакет, переходить на другой, вы просто ошиблись кнопочкой, ничего страшного. Тут же можно изменить пакет. Выбираете метод платежа. Я буду оплачивать биткоинами. Любые другие способы оплаты все равно приведут к биткоину в конечном итоге. Ну или к эфирам. Но я к биткоинам, потому что получается, что по отношению к российскому рублю оплата пакета будет чуть-чуть дешевле, чем если в эфирах. На 1-2%. Нажимаем биткоин. Нажимаем continue. И переходим на страницу, где вам указана сумма платежа в биткоинах, которую вы должны перевести на вот этот адрес платежа. В течение 6,5 часов. За 6,5 часов вы должны успеть пополнить свой криптокошелек, если у вас там заранее не лежат биткоин, на соответствующую сумму денег с учетом комиссии, которую криптокошелек заберет. Но обычно он берет единицу в последнем знаке. Пополните на 00133 или 4, и будет все в порядке. Ведем свой кошелек. У меня криптонатор. Берем там адрес своего биткоин-кошелька. Заходим в обменник. Выбираем просто первый попавшийся. Он наиболее дешевый. Best Change так устроен. И если он нас удовлетворит по остальным параметрам, мы с ним и будем иметь дело. Нажимаем. Кажется, нашли подходящий обменный курс. Кажется, он не требует слишком многого. Заполнили. Все внимательно. Сумму Сбербанка, номер карты, сумму в биткоинах. Продолжить. Заявка номер 7300. Получаете проверка карты. В целях безопасности требуется верификация. Процесс займет не более 5. Фотографии должны быть видны первые и последние 4 цифры карты, а также фио владельца. Остальные данные можно закрыть. Обязательно должен быть виден номер заявки. Заявка номер. Итак, со всеми селфи я уложился.
15 минут. И сейчас, как видите, получено и находится в обработке 0.1.3.5.5. Вот все, что было обещано сервисом. Теперь ждем, когда обработка закончится, и можно будет оплачивать пакет Crowd1. Дождались, наконец, завершения обработки платежа, копировали адрес, пошли переводить денежку. Сюда нужно вставить адрес, куда мы переводим, сумму, и нажимаем «Продолжить». Нам предлагают подтвердить операцию, пароль, вводим пароль, подтвердить и отправить. Отправлено. Вот отправлено. Выходим. Все. Идем к Crowd1. Смотрим, что у нас тут получилось. Платеж пока еще не получен. Должен быть получен в течение 9 дней, 21 часа, 20 минут. Если вы уже оплатили, то игнорируйте это сообщение. Кабинет будет активирован так быстро, как платеж поступит. Все, что надо было, мы сделали. Права уже у нас тут стоят. У нас прав на 100 евро, цена 0,7 евро. Поделим, получим как раз 143. Кстати, вот я перезашел в кабинет, и сразу появилась надпись «Double Owner Rights». У меня действительно стоит 286. Так что не тормозите. Если хотите получить такое удвоение, регистрируйтесь и оплачивайте до полуночи 9 июня. Точнее, до 2 часов ночи по Москве 10 июня. Всех вам благ и успехов. С вами был Александр Камаев. Всем пока. Никому претензий не имею, каждый выбирает для себя.